Развитие военного сотрудничества до 2020 года обсудили сегодня министры обороны стран СНГ. Встреча в Казахстане прошла под председательством главы российского ведомства Сергея Шойгу. Главы особое внимание уделили безопасности полетов, противовоздушной обороне и совместному использованию космических аппаратов. Отдельно обсудили задачи в области военного образования. В заседании участвовали делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Произошли изменения.